Здравствуйте, обзор игрушечки от компании Hasbro. Бластер Nerf, называется Demolisher, 2 в 1. Как заявляет производитель, стреляет на 27 метров. Для работы требуется 4 батарейки типа 2А. Артикул А8494. Давайте распакуем его, продемонстрируем в действии. Итак, в комплектацию входит сам непосредственно автомат, также бластер, рожок, в который вставляется 10 патронов запасных, сами патроны в количестве 10 штук, 2 ракеты, которые заряжаются под ствольник, приклад. Давайте соберем. Батарейки у нас вставляется специальный отсек, расположенный сбоку. 4 штуки батареек. Наш совет: не экономить, не вставляться от пульта, от телевизора. Купить все-таки новые. Производитель рекомендует Duracell. Как мы и сделали. Итак, заряжаем наш рожок патронами, как и настоящий автомат. Вставляем приклад. До щелчка готово. Заряжаем подствольник. Ракета готова. Наше ружье готово к бою. Для того, чтобы начать стрельбу, необходимо нажать на кнопочку снизу. Запускается моторчик и нажимаем на сам непосредственно крючок. Происходит выстрел. Давайте покажем, как происходит стрельба. И сверху есть специальный отсек. Открываем. Мы видим пулю. При нажатии на спусковой крючок она у нас подводит механизм, который здесь в дальнейшем раскручивает нашу пулю и придает ускорение. Внутри ствол у нас нарезной, что придает ускорение дополнительное нашей пуле. Оружие к бою! Огонь! Получи! Итак, мы немного постреляли, доставило массу положительных эмоций. Давайте перейдем к следующему элементу нашего автомата, это гранатомет. Заряжается следующим образом. Вставляет сюда ракета наша. В наборе идет 2 штуки. Вторую можно вставлять в приклад, в цельное отделение. Он у нас помповый, заряжается. Отводим приклад вперед. Стреляет тоже довольно-таки далековато. Ну что ж, демонстрируем стрельбу по мишеням. Точечное попадание. Размеры нашего автомата составляют в длину 65 сантиметров с прикладом. Игрушка зарекомендовала себя очень хорошо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.